Здравствуйте! Сегодня отличный день для коммуникаций. Люди настроены на взаимодействие друг с другом, поэтому можно обратиться к вышестоящему руководству. Решить юридические дела, словом, сделать все дела, которые требуют общения. Успешны сегодня решения и финансовых вопросов. Если запланированы совещания и переговоры, то пройдут они удачно. А еще эта пятница хороша для похода в салон красоты. Завтра будет не так, поэтому воспользуйтесь возможностью. Удачи вам и до встречи!